Ну что, еще раз здравствуйте, друзья. Hello again. Good to see you again. Well, we already met some of you in the morning and said... В наших рядах мы переходим к самой торжественной части. Поздравления победителей конкурса инноваций в образовании. Ну и, пожалуй, не будем затягивать, будем сразу переходить к самому торжественному. Итак, я готова объявлять победителей. Ребята на старте. Отлично. Приглашается команда «Спайк» Вячеслав Васильев и Роман Боярков, победители в номинации от образовательной платформы «Максимум». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Команда «Цифровые наставники» Дмитрий Иванченко и Мария Плахтий, победители в номинации от лаборатории инноваций образования НИО ВШЭ. Аплодисменты. Команда «Нет Джуниор» Максим Пичуев, топ-3 финалистов конкурса инноваций образования 2022, победитель в номинации «Открытого университета Сколково», победитель в номинации «Корпоративной академии Росатом», победитель в номинации от Нижегородского кампуса НИО ВШЭ, победитель в номинации от Казахского национального педагогического университета. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Столько номинаций. Линпроизводство. Топ-3. Линпроизводство. Владислав Терещенко и Валерий Левенцов. Топ-3 финалистов конкурса инноваций в образовании 2022. Победители в номинации от издательства «Просвещение». Ваши аплодисменты. Настольная профориентационная игра 16-25. Лиза Космидис и Денис Подкопаев, победитель в номинации от Казахского национального педагогического университета и победитель в номинации от образовательной платформы «Максимум». Эпик. Арусяк Александрян и Мариам Мурадян, победители в номинации «Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения». Ваши аплодисменты. Фора Вижн, Анастасия Борисова и Андрей Хмель. Победители в номинации от Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения. Ваши аплодисменты. Проект «Пифия» Дарья Полторанина и Ольга Иванова. Победитель в 4 номинациях. От Корпоративной Академии Росатом. Победитель в 4 номинациях от Impact Hub Moscow. Победитель в номинации от Казахского национального педагогического университета. Победитель в номинации от Международного научно-образовательного центра Национальной Академии Наук Республики Армения. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Проект «Семейная робототехника» Вадим Киселев и Александр Зубаков. Победители в номинации от издательства «Просвещение». Ваши аплодисменты. И в номинации Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Республики Армения. Проект «Квест в Кубе» Ольга Лобанова, Татьяна Константинова. Победители в номинации от образовательной платформы «Максимум». Победители в номинации от издательства «Просвещение». Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Да, ну и друзья, мы с вами помним, что мы с вами еще и выбирали приз зрительских симпатий. Я надеюсь, что все успели в этом поучаствовать, потому что это очень значимая номинация. И для того, чтобы объявить победителя в этой номинации, мы приглашаем директора Нижегородского кампуса НИО ВШЭ Анну Бляхман пройти на сцену. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Центр, Анна центр. Бляхман на сцене. Центр, центр. Так, микрофон. Так, микрофончик несут. Сейчас в центр. Сейчас передадут. Итак, номинация «Зрительское голосование». Победителем становится проект «Квест в Кубе». Поздравляю вас. И буквально несколько слов, если позволите, всем участникам и всем нам, кто причастен к этому прекрасному конкурсу, и зрителям здесь, и всем, кто участвует онлайн. Прежде всего, я, конечно, поздравляю все 10 проектов победителей. Мне кажется, что в этом году удивительно разнообразные проекты, которые отражают, в общем, все те процессы, которые сейчас так актуальны в образовании. Здесь и социально значимые, и вопросы цифровизации, и вопросы технологичные, и методические все отражены. Я желаю нам всем
чтобы конкурс развивался, чтобы инновации не останавливались, и чтобы вы находили всегда подпитку для своих идей и продвигали, развивались, не останавливались на достигнутом. Всех поздравляю. Аплодисменты. Для объявления победителя международного конкурса инноваций в образовании КИВО приглашается почетный гость и представитель главного партнера Global Impact Conference Росатома Татьяна Терентьева. Ваши аплодисменты. Добрый день, уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. В первую очередь большое спасибо, конечно же, нашему партнеру Высшей школе экономики, то, что такой прекрасный конкурс проводит. Тема образования, это, конечно, фундаментально, и не просто так. Сегодня, собственно, на Global Impact мы именно эту тему с вами разбираем. Поэтому, я думаю, сложнее всего было членом жюри, потому что так послушать и увидеть такое количество призов у каждого финалиста. И я, конечно, с большим удовольствием сейчас произнесу, кто у нас победил в конкурсе «Инновации в образовании 2022». Диплом победителя объявляется Владислав Терещенко и Валерий Левенцов, ЛИН «Производство». Просто фотографию. Так, лучше замерзать. Не уходите, пожалуйста. Давайте красиво выйдем немножко вперед. Так, коллеги. Я предлагаю, чтобы коллег тоже как-то... Сейчас все будет, все по плану. Да, друзья, очень круто, очень приятно объявлять победителей. Но, как вы знаете, конкурсы дают гораздо больших возможностей, чем просто призы и дипломы. И главная возможность для любого участника конкурса – это продолжение партнерства, продолжение взаимодействия. Поэтому мы активно призываем каждого человека в этом зале подумать, с кем же будет выстроено продолжение взаимодействия. Ну а сейчас мы попросим всех участников выйти с групповой фотографии. Крайние команды чуть пониже, да, ближайшие чуть сюда. И пусть в предстоящем году у каждого будет такая же фотография с нашими прекрасными командами.